Всем привет, да, всем привет. И это 49-я часть Ведьмака. 49-я. Ладно, я начинаю с паузы, потому что тут я такой включил, загрузил, смотрю, на меня толпа пиявок идет, и надо как-то с этим бороться, и мне пришлось, в общем-то, остановить. Вообще, 49-я часть, я даже хз, кто это... Отсюда смотреть. Уйди от них, они взрываются. Женщины. По-моему, и конец. Где она? Она сдохла? А чё у меня здоровья так много? Он просто решил убежать? Хрена себе попадаю. Это нехорошо. Там маг идет. Пылающая роза. Дебилы, блин. Так, что тебе надо? Ведьмак, ты в порядке? Я жив. О, спасибо. Ты прибыл как раз вовремя. А где Санни, Шанни? Тебе повезло, что мы проходили мимо. Я Яков из Альдерсберга, великий магистр ордена Пылающей Розы. Ну вы такой же. Ты заметил, ведьмак. Я знаю, кто ты. И я знаю о твоих делах из очень достоверного источника. Будь добр объяснить. Геральт из Риви просит у меня объяснений. Тот самый Геральт, который всегда так щедро осыпает других своей мудростью. Извини, что не смеюсь. Не из неуважения. Просто шутки не понял. Ничего я не собираюсь тебе объяснять. В отличие от тебя, я человек дела, а не слов. Меня так разбирает смех, когда я вспоминаю твои псевдофилософские экзерсисы. Ведьмак, что? Нас рассудит только время. Только оно покажет, кто человек, а кто чудовище. Что такое зло и как с ним справиться? У меня нет настроения разгадывать загадки. Или ты скажешь мне, из-за чего ты так озлобился, или мы простимся, причем довольно холодно. Извини меня. Старые люди бывают раздражительными. Иногда мне говорят о твоих делах, и хотя я не всегда признаю твою правоту, но всегда слушаю эти рассказы с искренним интересом. И чем же я вообще не понимаю, о чем говорить. Интерес со стороны великого магистра ордена Пылающей Розы. Мне нравится знать все, что происходит в Тимерии. Только а мне не нравишься ты. Я могу появляться в нужное время, в нужном месте. Да, кстати. Спасибо за помощь. Ты не человек. Но и долг чё? Каждого рыцаря помогать всякому нуждающемуся. Это часть нашего кодекса. Звучит прекрасно. Очень жалко, что осталось так мало настоящих рыцарей. Честно говоря, я пока встретил только одного. Ты ошибаешься. Сожалею о твоей утраченной памяти. Я мог бы тебе напомнить кое-что. Я вижу, что Зигфрид счел своим рыцарским долгом доложить тебе подробности моей личной жизни. Опять ошибка. Зигфрид, сын Эйка из Денесле, никогда не сплетничает. Даже если бы он и должен был сказать мне, то это было бы только из чистого желания помочь тебе. Нет, у меня другие источники информации. И как имя этого источника? У нее много имен. И она капризна, как любовница. Догадываешься? Магия, ведьмак. Ага. Ты что-нибудь знаешь об ордене? Магия.
орден... Я думал, кто-то из чародеев. Это идея. От основания до завершения наша миссия, наше видение... Да вы просто расисты. Наша цель — новый мир. Новый порядок, который придет после Белого Хлада. Мир, в котором каждому будет воздаваться по заслугам, а не по праву рождения или связей. Мир, в котором сильный помогает слабому, а преступность наказывается по справедливости. А, ну тогда мир ладно. Пока нормально все говоришь. Мир честных принципов и идеалов. Именно это представляет орден. Ты знаешь, что любой может вступить в него. Крестьянин, купец, даже ведьмак. Рыцари не взимают платы за свою помощь, за благородные деяния. Они получают повышение. Я так понимаю, херня полная, мне же деньги за ведьмаки. Надеюсь, твое прекрасное видение не обратится в ночной кошмар. Надеюсь, когда пробьет наш час, ты все поймешь. Не смею задерживать. Однако не мне не нравится обязанным людям. Ты оплатил свой долг. Не когда? Совсем понял. У нас нет времени. Ты мне ничего не должен. Конец отдыха! Стройся! Вызима это отдых ждет. Был? Прощай. Херню какую-то наговорил. Не знаю, что это было. Я собираюсь в пещеру друидов. Моим пациентам нужны их лекарства. Я пойду с тобой. Не стоит. Вряд ли после этой бойни тут осталось много чудищ, а у тебя важные дела. Ладно, увидимся. Бывай. В смысле, мне что, что надо? Бывай. Бывай. Как отсюда выбраться? Пещера беженцев, пещера друидов. Какую пещеру мне там на что-то отнести было? В зиму. Так, не то. Так, грязь и бархат. Где? Еще в одном придворной даме, которая в настоящий момент скрывается в пещере на болотах. В пещерах. То есть нескольких. Окей. Тогда посмотрим. Окей, здесь самый ближайший вот сюда, походу, да? Ну, пошли к первой тогда. Где она, пещера? Вот это? Что? Так, пиявка. Лавун. Двустрелы, останки. Просто какая-то жесть. Нихера непонятно, как тут ходить вообще. Костер. Прикинь, костер есть. Так, ну это вообще никто. Воу. А вот откуда здесь? Бум. Сколько вас здесь, а? Да умрите, пожалуйста, отвалите от меня уже. Второй удар, и он ничего не делает. Так, где ты там? Где костер? А чё он погас-то? Ой, блин, как это долго все. Так, ладно. Чё у меня два серебряных есть и два бронзовых? То есть вообще ни туда, ни сюда. Опытный ведьмак, между прочим.
Повреждение плюс 25, силовой стиль. А, ну прокачано. А я думал, нет. И гнить. Что тут можно сделать? Так, вероятность вызвать страх. Это что, дальняя атака? Я и не пользуюсь особо. Вероятность причинить боль. Ха, боль причинять. А арда. Угол 90 градусов. Мощность знака плюс 50%. Ну, кровопотери, броня плюс 5, повреждение плюс 10. О! Сопротивление нокдауна. Вот эту штуку прокачаю, пожалуй. За каждый уровень персонажа. Ты типа здоровье мне даешь, что ли? Давай. Больше здоровья будет, наверное. Я не особо понял, что это имеется в виду здесь. Но похоже на правду. Я хрен узнает, куда мне тратить вот эта штука. Хрен его знает вообще. Пофиг, в общем. Там не на что тратить. Так, и вот это надо еще прокачать. Белый чайка не могу прокачать почему-то. Ну, значит, без зелий всяких. И здоровье даже поправится, скорее всего. Ну, если не поправится, то будет странно. Сколько времени просидел. Подъем. Так, ищем пещерку. Лодка. Еще костер. Да блин, ты... вот что это? Как здесь бегать вообще? Отвратительная зона. Отстаньте. Да и отвалите, блин! Да в чем проблема твоя? Так, где-то здесь вход в пещерку. Где он? Как войти туда? А, так это... Умрите, пожалуйста, быстрее. Все, где проход? О, вот вход в пещеру. Хрен найдешь. Теперь еще входы искать. Долбанешься. Твоя репутация опережает тебя. То есть? 5 чудищ мертвы. Достойны награды. Этот рунный камень может тебе пригодиться. Он очень сильный. Что? Я могу чем-то помочь? Говорят, опасные чудища завелись около склепа на болоте. Еще что-то знаешь? Поговаривают про огромную летучую мышь и про женщину-вампира. Можешь этим заняться? Что еще можешь рассказать? Спрашивай, ведьмак. Так, ты защищаешь изгнанников? Защищаешь изгнанников? Да, возлюби ближнего своего. Ты поклоняешься вечному огню? Честно говоря, нет. Но я предусмотрителен, и несколько добрых дел мне не повредят. Ладно, пока. Прощай. Пещеры одинаковые все. Ты что такое? Что такое? Нифига себе, прибежала. Что случилось? Ты достала лекарства, которые тебе нужны. Приходится ждать. Готовить лекарства еще сложнее, чем варить зелье. Помощь нужна? Нет, я справлюсь. Иди, спасай мир. Доброго здоровья. А что так бежал-то ко мне? Так, кузен Курбен. Ну-ка, иди сюда, кузен Карбен. Ведьмак, нам нужно поговорить. Да. Да. Ты был недавно в замке Фольтеста? Верно. Да. Моя кузина Антуанетта мне ничего не передавала? Передавала. Конечно.
У меня есть кое-что для тебя от Антуанетты. Спасибо, тысячу раз спасибо. Я найду этим деньгам хорошее применение. Получена расписка. Доброй ночи. Доброй ночи. Верховный друид, ну-ка иди сюда. Доброй ночи. А, верховный тоже. Что ты за мной ходишь? Что? Геральт. Доброго здоровья. Не, ну если ты хочешь, почему можешь ходить. Или там имеется в виду то, что у меня, может быть, костер тухнет быстро. Может, поэтому я ничего не могу сделать? Нет, не поэтому. У меня, скорее всего, алкоголя нет просто. Из-за этого я не могу ничего делать. Ну, можно уходить отсюда, по идее. Старший друид, старший верховный. Пошли отсюда. Так. Нужно найти кузена... О, уже имена знаю, нифига себе. Да, входы в пещеру хрен найдешь. Это прям печаль. Так, пещера беженцев. Вообще в другой стороне, вон там. Это будет муторно. Прям очень муторно. Мне уже не нравится эта локация. Прям вообще. Мне в пятой главе ни одна локация не нравится. Даже как-то хочется, чтобы побыстрее закончил что-то. Блин, что тебе надо? Твали, пожалуйста. Дебил. Да не мешай. Блин. Уйди нафиг. Где вход? Где вход? На этот грёбаный... Во! А он чё, один что тут сидит? Подгнило что-то в Тимирийском королевстве. Пора. Они сожгли мой дом, все мое добро погубили. Что мне теперь делать? Блин, вы что, близнецы, что ли? Чего одинаковые? Ведьма Геральт. Да. Это верно, что ты можешь появляться при дворе? Король нанял меня. Ну... Неважно. Я только хочу знать, не встречал ли ты там мою очаровательную кузину Антуанетту? Если ты ее встречал, то думаю, у тебя есть кое-что для меня. Да, есть. Встречал. Вот твои деньги. Премного благодарен. Ага. Он в натуре здесь один всего лишь. Чё в бочке? Ничего. Я понял. Ой, блин, какая будто отвратительная глава. Бегать по этой хероте прям вообще никакого удовольствия. Блин, вот теперь еще это бегать надо. Это логово Стрыги, походу, вот это вот место. Да? Ну, видимо, да. Здесь хрень пробежишь. Собачья петрушка. А, ну это я понял, что такое. Так, мина лево здесь где-то. Ни хрена себе. Хук слева какой-то был. А, не справа. А, не слева, все верно. Просто охренеть, насколько это отвратительное место. О, так, здесь что у нас? Тоже один сидит, смотри. А, нет, с кузенами, беженцами всякими. Подъем, я тебе принес деньги. Наконец-то!
Антуанетта явно не торопилась. Где мои деньги? Кто ты такой? Кузен Антуанетты? Ты, должно быть, ее посланник. Ты всех незнакомцев так приветствуешь. Ну, довольно игр. Никто в своем уме не пойдет в болото в наши дни. Я ведьмак. Где мои деньги? К счастью, есть. Вот. Спасибо. Наконец-то я смогу вернуться домой. Ты мне не нравишься вообще. Просто отвратное место. Теперь что? Теперь... Стоп, там проход есть, что ли? Не, нету. Показалось. А здесь что? Камень путника. Что? И что это? Где я? Странное место. Здесь кто-то был, но ничего не сделал. Да, игра стабильнее стала. И сохранение быстрее стали работать. И загрузки быстрее, потому что типа удалил кучу сохранений. Видимо, здесь какая-то есть проблемка с этим. У меня другого объяснения нету. Так, дорогу старого Визиму это я пока нет. Склеп Скрыги. А нахуй мне сейчас надо, ну. Мне кажется, еще 1200 осталось. Обалдеть, обалдеть. Угу. Ее высочество нужно поискать Стрыгу возле старой часовни. Нужно пойти туда проверить. А ну, проверить-то можно. А, так мне надо было... Блин, я забыл с ним поговорить об этом. Черт. И чё? Мне пора в путь. Так, ладно, пошли вот тут посмотрим про... Где эта херота? Во, вот это. Пошли сюда. Ёб твою, вы что тут делаете? Допугали. Нужно бежать это все. Где-то там подъем должен быть. Так, здесь не пробежать, чё. Ой, блин. Пейзажа здесь, конечно, вообще не будет, похеру. Блин, насколько было прекрасно. Четвёртая глава, насколько, блин, отвратительно пятая. Круг немого грома. Что? Темерский рыцарь. Как туда попасть-то вообще? Какие-то лабиринты, блин. Ну как здесь ходить вообще? Это что, мост? Как вы туда попали-то вообще, пацаны? Я не верю, что вы могли придумать, как туда зайти вообще. Ладно, сейчас найду дорогу. А, ну по воде, походу. Охерительно. О, мужик где-то стоит. Господин, вы не видели моего сына? Волосы не, светлые, не на носу веснушки. Совсем ребенок, еще и 12 зим нет. Не знаю такого. Не видел. У меня тут костры разведены, чтобы он в тумане дорогу нашел. Сыночек мой, сыночек любимый. Надеюсь, вы его найдете.
Я ищу стрыгу, у которой тут логово. Да, господин, видите вон тот старый храм на холме? Там она и живет в склепе, стрыга-то. А по ночам вылезает, крови ищет. А тебя что, не трогает? Но один раз она близехонько ко мне подошла. А я уйти-то не могу. Мне костер надо жечь, чтобы сын не заблудился. Тварь эта постояла-постояла, да и убежала. Видимо, сына нету. И с того раза больше не приходила. Любопытно. Один раз она при мне мужчину сцапала. Ужасно. Расскажи мне. А, это история, типа? А, окей. Фига себе. Так, какая история-то будет? Эльфы сожгли дом соседа. Я именно тогда решил бежать из города. Меня хотели призвать в армию. К счастью, вернулся король Фольтест. Он быстро приструнит нелюдей. Именно. Я вот что скажу. Вот это резкое движение. Рип, мужик. Вот ему делать нефиг. Ни хрена себе. Ага. То есть получается... Блин, стоп, а в 30 части, по-моему, тоже скрыга была. Я уже не помню, правда. Культурная какая. Клянусь честью. Что? Приветствую, Геральт. Опять Фольтест ты здесь. Просил узнать, ты везде. Как продвигаются дела? Я думал, он мне доверяет. Да, но конкретно это чудовище является его дочерью. Я его понимаю. Я рад, что ты понимаешь, но что ты хочешь? Фольтест не дурак и знает, что кто-то намеренно вызвал это проклятие. Ты хочешь сказать, это я, что ли? Он верит, что Адда превратилась в чудовище. Сама по себе. В склепе могут быть тому доказательства. Ты должен их найти. Фольтест предлагает тебе начать с саркофага, в котором спит принцесса. И каким образом там записка будет? Нам поможет. Что за бред? Приказ короля. А теперь проводи меня к принцессе. Следуй за мной. В смысле сразиться? Какой сразиться? Мы еще не собираемся сражаться с ней. Нужно также попробовать снять с нее заклятие. Типа я должен там сидеть, что ли, все время это? Что-то, блин, такое. Мне кажется, это Велерат все там запланировал. Где он? Так, здесь нужно найти кошку на глаза. Есть у меня она вообще? Так. Слезы жжен. Нет.
падальщиков. Кстати, я могу что-то сделать, наверное. Или нет? Это временно. Окей, понял, не то. У меня нет, короче, тут. Ну, в общем-то, да. Ни хера не видно. Сходить без толку сейчас. Нужно сделать сначала зелье. Смотри, стоит там. Ворота заперты. Для начала разреши проблему с этой тварью. Ты понимаешь, вопрос безопасности. Ты ебанутый? У меня зелье нужно, я ничего не вижу там. Ворота заперты. Это неправильно. Ладно, идем, где света больше. О, что-то горит. Саркофаг. Так, а что мне с ней делать? Цыц. Мне кажется, ее не надо бить. Что ей надо сделать с ней? Скрыга где-то с монстры. С... Значит, нет, стали. Уязвимы для серебра. Стрыгу можно... А, так я бью обычным мечом. Стрыгу можно освободить от проклятия, если кто-то проведет ночь вблизи ее саркофага. Грубо говоря, мне нужно ночь провести здесь. Но у меня ночь... Ой, как больно. А, так рассвет начался, да? Что? Ай! Блин, это вот катсцены долбанутые какие-то. Что за звуки? Это та тактика, да? Всю ночь так бегать. Я правильно понимаю? Как это? Ты ж даже не попал по мне. Что за бред? Я не собираюсь ее убивать, я хочу ее вылечить. Бежим. Не вижу куда только, но бежим. Отстань. Будем бегать вокруг саркофага этого. Она вообще жопой двигается сейчас. Как будто что-то показывает. Может, получится, типа, с фигней заняться. Ночь провести с ней тут. Обалдеть. Сундук есть тут, кстати. Что там, луна что-то показывает вон на часах. Что это такое вообще?
Да что такое-то? Хрена она быстрая. Наркомань. А, ну в принципе, если вот так вот делать. Херачишь этой штукой. Потихоньку типа отбегаешь. В принципе, так возможно от нее бегать. Вообще как по трейлеру надо залезть вот сюда и все. Но что-то не получится, мне кажется. Так все нормально. Не туда. Как это? Как ты попала по мне? Отойди. Сейчас только людей придется зелье использовать. Офигеть. Великий бой. Ой-ой-ой, он догоняет. Че такая быстрая-то? Все, главное очень близко подойти к углам, он тогда не может дотянуться. Она. Валяться. Грязи. Ой-ой-ой-ой-ой. Все? Нормально освободили, вроде. F5 на всякий случай. На всякий случай. Сейчас, погоди. Дневник человека, из-за которого Ада родилась Стрэгги. Здесь сундук еще где-то. Ох ты, нифига себе. Это что? Ласточка, ни хрена себе. Фосфор. Ну я возьму это все, пожалуй. Ага. Хера ты набрал. Надо прочесть это все. Надо прочесть. А, проклинаю тебя, Фольтест. Надеюсь, ты скоро сдохнешь. И тебя черви съедят. Проклинаю тебя. Прочную связь. Твоя сестра Ада, сестра, заслуживает лучшего. Надеюсь, плод твоего разврата родился таким же чудовищем, как и ты сам. Если ведьма говорила правду, скорее всего, ты познаешь мою месть. Все, что мне нужно сделать, собрать необходимые ингредиенты и трижды сказать нужные слова. А ведь говорят, что и этого может не понадобиться. Просто нужна ненависть, а моя ненависть к тебе не знает границ. На полях кто-то оставил заметки о проклятии. Похоже, он пытался найти способ восстановить его. Так, это нафиг мне не нужно. Окей, окей, хорошо. А что еще взял-то? Где-то книга какая-то была. Так. Ада? Ой, да ладно. Жива. Где я? Ада? С тобой все в порядке. Что произошло? Все кончено, теперь все в порядке. Геральт. Я отведу. Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя о саламандрах. О, Геральт, этот ужасный профессор, это его вина. Он меня обманул, обещал власть и славу. Ага, я профессор, видела, который сдох? Я не видела саламандр с тех пор, как его убили. Профессор не мог создать всех этих мутантов. Он никогда не говорил о маге. Однажды он пришел с этим отвратительным человеком, как его... Я вет, а Абдул, я за... что ли? Абдул? Профессор сказал, что он могучий чародей.
Это все, что я знаю. Знаешь, где его можно найти? Увы, нет. Не волнуйся, ты в безопасности. Я отведу тебя домой. Мои руки. Что? Покрыты кровью. Все нормально, я успокойся. Убила столько людей. Что ж теперь, бывает. А я сколько? Вина. Не думай об этом. Все позади. Я помню все как в тумане. Это было. Но это важно. Не ты. Я спрятала что-то в саркофаге. Ты должен это увидеть. Хорошо. Уже. Я посмотрю. Обними меня, Геральт. Мне так холодно. Лучше бы нам оставить эту холодную гробницу. Наверху тебе станет лучше. Пошли. Мне холодно. Ну, пошли отсюда. Идешь? Ты с такой походкой далеко не уедешь. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. Так, Велерад, блин. Смотри-ка, что. Открыл дверь. О, ты переоделась? Молодец. И? Ты запер меня в склепе. Дебил, очень, блин. Мило с твоей стороны, Велерад. Прости, ведьмак. Приказ короля. Принцесса вылечилась. Ада, Велерад проводит тебя домой. Ведьмак, я уже во второй раз недооценил тебя. Как говорят, Бог любит троицу. Фольтес дал мне кое-что для тебя на тот случай, если у тебя все получится. Что? Вот дьявол. Зариканский семитар. Легенда гласит, что он закален в крови дракона. И он магический. Я знаю, что ты любишь простые лезвия, но он особенный. Тебе понравится. У меня есть доказательства, что кто-то намеренно превратил принцессу в стрыгу. Что за доказательства? Король пожелал узнать об этом первым. Хорошо. На этом все? Да, но нет, чуть не забыл. Король сказал, если ты захочешь искоренить болезнь, ты должен отправиться в старую усадьбу. Он сказал, ты поймешь, о чем речь. Я понял. Бывай. Прощай. Какой меч? Что? Какой меч? У меня нет такого меча никакого. Или вот это? Нифига. Нифига, вот это мечи. Дьявол. Стальной меч для боя против людей. На большинство чудовищ не действует, используется весь ведьмачьим боевым стилем. Вообще идеально. Вот это хорошая штука. Все. Ничего, кроме войны. Что скажешь? Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя о саламандрах. О, опять что ли? Профессор одна... знает. Увы, нет. Бывай. Все, боится, наверное. Бояка, бояка. Куда мне идти-то? Вкус мести. Старую судьбу, там и надо то, что давно искал. Ага. Ну, по идее, сюда, значит, идти надо. Блин, а это тут, на этой карте опять же. Опять в этом болоте грёбаном. Ненавижу эту карту. Да и там карта такая же. Все горит, что-то фиг как поймешь, как пройти. Вообще жесть какая-то. Дебильная голова какая. Чё все в тумане таком? Куда мне идти здесь? Так, в эту сторону, окей. Ну, начинается, ёпты. Хрен убежишь ещё от этих уродов.
Так, что? Мне на верте лезть надо? Блин, тварь какая. Так, меч другой вот этот нужен. Умри. Но у меня, походу, лучше мечи, поэтому бесполезно фигней заниматься. Боя нету, ты! Давай, пускай меня сюда. Старая усадьба. Ты-то что тут делаешь? Говори, зачем пришел, ведьмак? Дай мне пройти, Девет. Ты ужасно выглядишь. Похоже, всю ночь не спал. Я устал, Грак. Как будто мне это вообще как-то волновало. Дорогой мой Геральт. Я всю ночь провел со Стрыгой, так что мое терпение на исходе. Дай мне пройти. Со Стрыгой? И каков результат? Ты убил ее? Стрыга. Нет, она жива. Не угрожает. Я нашел улики и знаю, в окружении принцессы есть предатель. Ты знаешь, кто это? Пока нет, но это всего лишь вопрос времени. Я нашел дневник, он наверняка поможет мне разобраться. Кроме того, Трис Меригольд знает несколько полезных заклинаний. Ты не знаешь, кто предатель? Отдай мне дневник Острита. Великий магистр лучше разбирается в магии, чем эта ведьма Меригольд. Пошел ты нафиг! Я не говорил, чей это дневник. Но... Черт, ты меня поймал. Ну что ж, рано или поздно это все равно случилось бы. К черту все! Ведьмак, присоединяйся ко мне. Присоединяйся к новому владыке. Кстати, ко мне. Пошел ты нахрен. Иохиму Девету, будущему вице-королю Темерии. Дурак, что ли? Работаешь, Девет. Я думал, ты уже все знаешь. Саламандры. Я сотрудничаю с саламандрами. Временно. Думаешь, тебе удастся их перехитрить? Они всего лишь средство для достижения цели. Повторяю еще раз. Присоединяйся ко мне. Ты жалкий червяк. У меня нет желания даже сапоги марать о такое дерьмо, как ты. Иди ты к черту, мерзкий мутант! Я тебя зарублю! Что да ж, что ты. Придется, видно, сапоги замарать. Тандарадай! Да ну, шарап! О-о-о, окружили. Смерть. А можно вот этими бить? Лол. Чувак, у тебя какие-то вообще хиленькие твои чуваки. А, так он не сдох, что ли, один? Ты живой? Лол. Лохи какие-то. Ладно, что ж теперь? Алмаз? Хрена себе, алмазик. Останки. Тут останки еще. Так, у тебя по-любому денег до хрена. Вообще ничего нет, прикинь. Описание исследований воинов-мутантов. А, ну понятно, вообще херня какая-то. Я так понимаю, это можно будет теперь обыскивать. Так, двустрел. Возьму-ка я вот это. Плавуны. Жимолость. Чего? Что такое жимолость? Так, воин водяной, плавун, еба. Как далеко туда переться? Ладно, пошлите, тут осталось прям чуть-чуть. Как можно, по возможности, как можно дальше уйдем просто и все. Блин, водяные. Что это было? Бревно, что ли? Так, здесь потом не пройти. А как туда пройти? Не, ну попробуем поискать что-нибудь.
Ох, ни хрена себе труп. Это что? Крепкое спиртное, основа для эликсиров. Вот это я возьму. Так, это что такое? Солдатский самогон тоже возьму. Мне нужен костер, по идее. О, костер как раз. Блин, какое совпадение, а? Хорошо. Так, мне нужно, во-первых, белую чайку сделать. Так, теперь... Отряд Деверны? Что? Что это? Позволяет обнаружить невидимых... А, это ерунда. Росомаха. Сорокопупка. А, путка. Слизь догона. Регенерация. Так у меня она есть, по-моему, уже. Поэтому такое. А чё ласточку-то нельзя? А чего недостаточно? Так, зелье перья тоже, по-моему, увеличивает или что там. А, силу знаков. Ну ладно. Видим, что-то я напортачил все-таки. Ладно. Постараюсь как можно ближе подбежать. И вообще сохраниться надо. А то мало ли. Ага. Так, видимо, к концу приближаемся. Здесь не залезть. А как тут залезть? А, стоп, так это вон этот, Вызима. Серьезно? Фига себе. Что в шоке? Так, это что за хуйня? Погодите, вы че? А ну, цыц. Мясо, блин. Слушай, я так могу, типа, и дальше пройти. Мне просто даже интересно, через сколько... Как они спустились сюда вообще? Где проход-то? А-а-а, нашел тропинку. F5 нажму. Давайте до 55 минут, наверное, а потом закончу. Опа, я за. Райла-мутант. Райла? Приветствую тебя, Геральт. Привет, ты скоро встретился с Райлой. Она пережила своеобразное перерождение, получила дар жизни. Геральт. Своеобразное перерождение, дар жизни. Райла, кто ты такая Райла? Райла мертва. Ты называешь этот порабощенный сгусток крови и мускулов живым? Лучше, чем живым, совершенным. Чё ж сам так не сделаешь с собой? Это был дебил. Твой эксперимент. Ты жалок. Райла, дорогуша, ты же не позволишь оскорблять твоего хозяина? А давайте, может быть, закончим на этом все. Давайте это закончим, а потом, в общем-то, сюда и вернемся. Как раз и будем драться. Тест скриншот сделал на ту часть, как раз следующая. Возможно, там финальчик уже. Хрен его знает, непонятно. Потому что, типа, все выполняется, то, что там было. Фух. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, есть там обзоры, саундтреки и... скриншот. Да, скриншот. Ну и как обычно. Всем спасибо и всем пока.